Чистая прибыль уфимского матростроительного производственного объединения по международным стандартам финансовой отчетности в 2017 году выросла более чем в 2,5 раза до 16 миллиардов рублей. Информацию публикует «Интерфакс». При этом выручка группы компаний выросла на 4,5% без малого до 75 миллиардов рублей. В то же время чистая прибыль уфимского матростроительного производственного объединения по российским стандартам бухгалтерской отчетности по результатам 2017 года приблизилась к 12,5 миллиардам рублей, выручка к 74 миллиардам. Напомню, 87,5% акций ОМПО принадлежит объединенной двигателестроительной корпорации. У республики бессрочное право золотой акции.